Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Не успеете оглянуться, а Новый год уже на носу. Готовим очень вкусный салат из простых ингредиентов, вообще из простого одного ингредиента, который всегда есть в каждом доме. Но если нет, конечно, вперед в магазин, покупайте и готовьте вместе со мной. Начинаем готовить очень вкусный, праздничный, очень яркий, с ярким вкусом салатик. Поехали! Свеклу очистил, у меня довольно крупная свекла, здесь, наверное, с полкилограмма такая крупненькая свекла. И нам понадобится доска по-корейски, у меня есть такая деревянная, вполне годна, чтобы нарезать вот такой вот соломкой свеклу. Все, отправляем нашу свеклу в миску. Добавляем 2 столовые ложки сахара к нашей свекле. Столовая ложка соли без горки. 2 столовые ложки яблочного уксуса. И это нам нужно хорошенечко перемешать. Нам также понадобится 4 зубчика чеснока. И через мелкую терку отправляю сразу в сковородку. Также понадобится 60 грамм подсолнечного масла. На кончике чайной ложки перец чили. Пол чайной ложки кориандр молотый. Также небольшое количество черного молотого перца. Ставим на средний огонь. И масло нужно вскипятить буквально, не знаю, секунд 40, не больше. Прошло 40 секунд, выключаем нагрев. И отправляем в миску. Обязательно хорошенечко перемешать. Сверху накрываем пищевой пленкой. И отправляем в холодильник на 3-4 часа. Все, салат готов, 4 часа прошло. Аромат обалденный, салат настоялся. Украшаю кунжутными семечками при подаче уже. И, конечно же, добавляю грецких орехов. Уверен, такой салатик украсит ваш новогодний стол. Полезный, вкусный салатик. Стоит попробовать. Друзья, если вам понравилось, конечно же, ставим лайк, подписываемся и делимся с друзьями. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.